Итак, ребят, лайфхак, как избавиться от бывшего мужа. Просто подари ему полет на парашюте. У нас осталось 100 километров до Коломны, а значит, что еще час я поживу. Вот что меня ждет через часик. Также буду болтаться в воздухе. Смотри, как высоко летит самолетик. Что, у тебя нога уже не идет? Так, да. Как-то... Тебе страшно? Хорошо. Не бойся, я выживу. Видишь, там написано «Школа мужества и патриотизма». Это мне сюда. Смотри, я заполняю анкету, здесь написано. Обучаемый обязан сделать следующее заявление. Я признаю, что парашютный спорт связан с риском получения травм и даже гибели. Не надо поставить свою подпись. Все, ребят, с вас ответственность снята. Зион Бординков. Я вам могу сказать, атмосфера здесь очень даже прикольная. Такие люди чилят, кайфуют, о чем-то говорят. Прикольно здесь. Я понял. Что я вам сделал-то? Я не понял. Нормально же жили. Все, пока. Пока. Пока, друг. Пока, друг. Второй раз постучу, ручки сложил, раскрываемся. А что самое смешное, ему дали парашют, а мне нет, слышишь, мне в самолет уже заходить. Ты за это заплатил. Короче, смотри, не будешь кричать, я люблю парашютный спорт, я Сашке так показываю. Приехали прыгать с Курбаном. Вон они!